Так, камни это. Святой Михаил, как же нелегко выбрать правильную стратегию для этой битвы. Нельзя спешить и ввязываться в драку. Нужно определиться со стратегией. Думаю, это не лишняя предосторожность. Английский солдат. Пустой звук. Достойный человек не может быть англичанином, потому что среди них бывают только трусы и идиоты. Вот с кем нам предстоит сражаться. Придется ждать, пока остальные прорвутся за стены. Значит, вся слава достанется пехоте. И я спрошу у вражеского воина. Кровь, господь! Неужели пиво кончится? Помните, ваша цель — захватить поселение, а не сравнять его с землей. Все постройки, которые вы повредите в ходе штурма, придется ремонтировать вам самим. Для захвата поселения вы должны либо уничтожить всех его защитников, либо захватить главную площадь. Перед началом штурма убедитесь, что ваши осадные орудия находятся достаточно близко к вражеским стенам. Изображения стрел должны быть окрашены в зеленый цвет. Чтобы прослушать рассказ об осадных орудиях, нажмите клавишу Z или щелкните на моем портрете. Враг получил подкрепление. Императора, в атаку! Охрана полководца. Их ворот больше нет! Так, заходим, просто заходим.
Мы захватили вражеские стены! Можно как-нибудь быстрее уметь. Быстрее можно. Все складывается в пользу Рейха. Если ничего не изменится, мы бы враг потерял половину армии. Нас атакуют! Нужно действовать! Oh, my God.
Нас атакуют! Нужно действовать! Их ворот больше нет. Thank you.
Все складывается в пользу Рейха. Если ничего не изменится, мы победим. Нас атакуют! Нужно действовать! Выигрываем битву. Еще немного, и победа будет наша. Полководец бежит! Бесчестный трус! Отряд марш!
потерял половину армии. Мы выигрываем битву. Еще немного, и победа будет наша. Святым угодником. Мы... Проклятие! Мы потеряли замок. Хвала святым угодником. Мы захватили замок. Майнкайзер, мы уступили замок. Как и предполагалось, мы победили. Слава Рейху! Честь и слава Рейху!
Не желаю слышать вашей болтовни. Майнкайзер! Я! Да сгинут враги Рейха! Не пора ли пойти на приступ? Готов служить. Жду указаний. Укажите врага. Майнкайзер! Я, Кайзер! Жду указаний. Я! Слот ждет. Я? Приказывайте, кайзер. Приказывайте. Я. Флот ждет. Да, майор кайзер. На, выходи. Сюда, кайзер. Охуели. Отправили. Приказывайте, кайзер. Поднять якорь. Ждем до рассвета. Хотите узнать своего врага? Это я! Приказ. Хайль, майнкайзер! Служу Рейху! Что прикажете, кайзер? Не желаю слышать вашей болтовни. Кайзер, готов служить. Жду указаний. Я? Когда мы вступим в бой? Кайзер? Я? Я. Приказывайте, кайзер. Майн кайзер. Кайзер? Я, кайзер? Хайль, майн кайзер. Я? Укажите врага. Я? Майн кайзер. Кайзер? Я. Приказывайте, кайзер. Я? Я. Флот ждет. Я, кайзер? Найн, здесь корабли не пройдут. Невозможно, кайзер. Я, кайзер? Приказывайте, кайзер. Я, флот ждет. Служу Рейху. Приказывайте. Майн кайзер. Я, кайзер. Я? Я? Кайзер? Я. Приказывайте, кайзер. Майн кайзер. Жду указания. Я, кайзер. Поднять якорь! Атаковали. Хайль, майн кайзер! Майн кайзер? Я кайзер? Майн кайзер? Служу Рейху! По славу Рейха! Я кайзер!
В атаку! Готов служить. Хайль, майн кайзер! Я вам не друг и не враг. Блин, нет. Готов служить. Кайзер, готов служить. Когда мы вступим в бой? Здравствуйте, милорд. Нам надо кое-что обсудить. Великолепно. Мой народ будет счастлив. Хорошо. Что еще вы хотите предложить? Прощайте, милорд. И спасибо вам.